А вы писали это заявление на МТС, в смысле, что ли? Да никуда я ничего не писала. Пришли и просто так, посидеть вечера, где-то часов 7-8, взяли и выключили. Но вы сейчас кабельное телевидение заказали, мы вас приехали подключать. Вот. Вы подключаете. Но так а нам же надо... Не, так нам же надо вам приставку поставить и договор вам дать на руки. Приставку я и сама могу купить вообще-то. Нет, на кабельное телевидение вы не купите сами, мы только можем вам установить. Ну, что говорите? Ну, делать вам или не надо? Нет, вы телевизор подключаете, а остальные проблемы-то мы будем решать потом. Так а какие проблемы-то? А потому что их много. Если вы мне не включите сейчас телевизор, проблем будут потом. Ну, мы вам не сможем подключить телевизор, нам надо... Позвоню, и все. Так, а и что вы скажете? Да скажу, потому что вы аферист, вы неправильно все делаете. А, ну, мы тогда все, поехали тогда. До свидания. Ну, до свидания, если вы не включите. Но мы вас не сможем подключить, не сможем вам сделать. А? У вас договора нет уже, мы вам договор... Какой договор, вы о чем говорите, о каком договоре вы говорите вообще? На кабельное телевидение. Какое кабельное телевидение? МТС кабельное телевидение, что ли? Да. Почему? Да я не знаю, почему оно так было. Вон оно, кабель стоит. Смотрели мы его, и что, все было, как что. Ладно, понятно, до свидания. До свидания.